Итак, коагуляция. Первая фаза гемостаза, тромбоцитарно-сосудистое звено. Значит, сначала просто схему рассказываю, потом все по порядку в отдельных лекциях. Значит, что происходит в первой фазе? При повреждении стенка сосуда, это вот у меня схематически стенка сосуда изображена, обнажается эндотелиальный коллаген. К этому эндотелиальному коллагену, по идее, должны прилипнуть тромбоциты, чтобы закрыть повреждение сосуда. Но как они это делают? Значит, в плазме человека есть такой специальный фактор. Фактор фон Виллибранда. Очень важная вещь, ее надо запомнить. На 75% фактор фон Виллибранда синтезируется эндотелием и на 25% содержится в альфа-гранулах мегакариоцитов. Этот фактор очень важен для того, чтобы тромбоцит мог приклеиться к коллагену. Образуется мостик между коллагеном, фактором фон Виллибранда и гликопротеином 1b, который находится на мембране, экспрессируется на мембране тромбоцитов. Все. Как только тромбоцит присоединился к стенке поврежденного сосуда, происходит его активация. Здесь очень примитивно, очень схематично изображена схема, что вообще происходит внутри тромбоцита при его активации. Здесь только некоторые его звенья и очень примитивно, просто для того, чтобы потом понять, во-первых, заболевание, во-вторых, моменты диагностики и, в-третьих, как лечить. Поэтому, значит, на что обращаем внимание? Первое – это в каскаде арахидоновой кислоты под действием циклооксигеназа образуется тромбоксан А2. Тромбоксан выбрасывается из тромбоцита, активирует и его самого, и соседние мимо проплывающие тромбоциты, присоединяясь к рецептору ТП-альфа. Этот рецептор активирует фосфолипазу С. Фосфолипаза С повышает количество инозитол-3-фосфата. И инозитол-3-фосфат что делает? Происходит высвобождение, по сути, кальция из органелл тромбоцита. И увеличивается количество кальция непосредственно в цитоплазме. Другой процесс, который происходит, это из цикла АМФ, образуется АМФ и так далее, и так далее. И АДФ, который тоже образуется, выбрасывается из тромбоцита и активирует его с другой стороны. Там находится рецептор P2Y. Я не говорю про пространственное, я просто имею в виду, что есть и такой метод активации и этого тромбоцита, и других тромбоцитов тоже. И с помощью системы G-белков происходит ингибирование аденилациклазы, и в этом случае количество цикла АМФ увеличивается, а аккумуляция кальция в органеллах клетки снижается. И таким образом мы с одной стороны увеличиваем выброс кальция из органелл, а с другой стороны снижаем количество аккумуляции кальция в органеллах. И оба эти процесса нацелены на то, чтобы повысить количество кальция в цитоплазме. Что же делает этот кальций? Он присоединяется, активирует и изменяет конформацию системы белков. Систем белков гликопротеинов 2B3A, которые при изменении своей конформации повышают свое сродство к определенным участкам фибриногена. И таким образом, помимо активации, происходит присоединение тромбоцита к фибриногену. К этой нити фибриноген присоединяются и другие тромбоциты. И таким образом, вокруг поврежденного участка сосуда наращивается тромбоцитарный пул. Точка.